В 2021 году стены магаданских школ покинули 604 выпускника. Среди них есть 58 ребят, претендующих на получение аттестата с отличием и медали за особые успехи в учении. Особые достижения имеют 27 человек, стипендиатов мэрии города Магадан 20 и правительства Магаданской области 8 человек. В субботу на городском стадионе в режиме максимальных противоэпидемиологических ограничений прошел выпускной. На мероприятие пускали только вчерашних школьников. Счастья вам и успехов на вашем жизненном пути. Всего доброго! Главным событием вечера и приятным сюрпризом для молодых людей стало выступление модного молодого артиста Фагеля. Несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию и ужесточение ограничений, главное для ребят, что выпускной состоялся. Магадан гордится своими выпускниками и ждет их возвращения домой после успешного окончания вузов в центральных регионах страны.